Всем привет, друзья! Привет! Сегодня выбрались в парк Гагарина. Сейчас посмотрим, что здесь за елка. Советовали здесь покататься. Так что посмотрим, покатаемся и спробуем горочку. Вон она. Народу сегодня много. Как раз выбрали такое, ну, вечернее это время. Потом туда сходим, еще елку посмотрим, ее зажгут. Столбы вот все украшенные, так светятся. Народу прям много, да, там? Ты хочешь покататься? Да. Так что идем кататься на горке. Вот подошли уже к самой горке. Народу очень много. О, нафига уезжает куда далеко. Прикольно. Так, прокат тюбинка стоит 30 минут 500 тенге и 60 минут 1000 тенге. А, короче, мы подошли, здесь очередь, не хватает нам этих плюшек. Вот стоим, ждем. У всех новогоднее настроение, все катаются. В принципе, толпы нет. Ну да, толпы нет. Так, народ. Наконец-то мы взяли плюшку. Вика пошла с Айжан кататься на плюшке. А мы сейчас с Максимом прокатимся. По очереди, правда. Так что надо еще как-то наверх подняться. Здесь тоже очередь. А вон Вика поднимается с Айжан. Мы первее поднялись. Они там скатились. Ну, да. Один еще. Опа. Погнали. Погнали. Пришла моя очередь. Вообще нормально. Все, доехали. Полет прошел удачно. О, сейчас пока доберешься, уже и кататься неохота. Моя плюха. Мою плюху унесло. Здесь надо глаз да глаз, чтобы не попасться под другую плюху. А вон Вика с Айжан едет. Опа. Нормально. Чуть не сбил. Ну, как говорится, любишь кататься, люби и саночки катать. А, Вика! Что, как полет проходит? Куда? Где веревка? Быстрее надо отходить. А вот Айжан уже подъехала. Айжан, уходи быстрее. Тебя подобьют сейчас. Ну что, меня любит. Максима плюшку. Максима плюшку утащили. Быстрей! Мама, быстрей! Быстрей! Блин! Авария! Меня просто взяли! Там Айжан. До Макса едем.
до лестницы. О, можно поспать. Пап, быстрее, пока очереди нету. Побежим, пока очереди нету. Бежим, 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 бежим. Пап, быстрее, Даня! Все, давай. О, вот это очередь здесь. Главное не запнуться. Как ваши ощущения? Круто. Круто. Что, вам долго еще кататься? Ага. Ну, катайтесь. Короче, если вы захочете покататься, надо приезжать с утра, но не вечером. Здесь для эксперимента взяли на полчаса, и мы за полчаса прокатились 4 раза. Ну, 5, да? Ну, 5 раза. Это очень тяжело, потому что пока доберешься, поднимешься, потом скатишься, это минут, блин, 7 проходит. Так что это, мы просто показали, а судить вам, когда вам приезжать лучше. Ну, конечно, вечером у людей больше времени, чем утром. Вот так. Здесь такое новогоднее настроение покататься на плюшечках. Убегайте, убегайте, убегайте. Там погоня, погоня. Надо здесь вообще не стоять. Собьют сразу. Да, Вика? Я говорю, если вовремя не убежать, собьют, да? Ну все, мы вот накатались, покатались. Лучше днем приедем, да, потом еще? Угу. Потому что это, народу много. Так что сейчас мы еще по парку погуляем, еще дойдем до елки, покажем елочку. Ну и вообще парк покажем, что здесь находится. В парке очень много лавочек, где можно посидеть, отдохнуть. Ну и просто провести свободное время. Да? Но. Да? Да? Сейчас мы туда еще пройдемся дальше. Огни горят, здесь светло, я не знаю, на камеру это все передается, не передается. А здесь лавочка устала немножко, она что-то покосилась. Вот здесь тоже площадка есть, вот можно на самокатах, на скейтах, скейтбордах. Всякие трюки, и на великах можно кататься же, да? Не на обычных. Ну не на обычных, да. Трюки, короче, всякие делать. Вот, ладно, идем дальше. Ну вот здесь мы проходим тоже здесь такие всякие турники. Конечно, это днем хорошо было бы видно. Но вот такой ночной этот зато городок. Парк Гагарина. Здесь кругом березки. Летом особенно красиво. У нас лучший городок. Где? Во дворе. А, во дворе, да, у нас.
свой городок. Так, сейчас мы пойдем на ту сторону, перейдем. Нам надо добраться до елочки. Так, ну вот, мы с той стороны перешли на другую сторону и идем по направлению елки. Но что-то, мне кажется, пойдет сейчас не так. Елку не видно. В чем дело? Ну и, короче, продолжаем мы свое путешествие по парку. На этой стороне, конечно, безлюдно. Но мы идем к елке. А где же елка? Вот, короче, мы подходим к елке. Ну, здесь ее только украсили. Ну, почему-то все так темно. Почему елка не горит? А почему елка, да, не горит? Вон с фонариками стоят. Здесь, оказывается, каток. Ну, еще, это, наверное, недавно установили. Я ничего говорить не буду, потому что не знаю. Вот здесь на коньках можно кататься. Ну, правда, плохо будет видно это все на камеру. Но здесь есть каток, и посередине вот такая елочка стоит. Плохо, что она не горит. Так бы охота была посмотреть, да? Ну, красиво было бы. Да, вокруг елки на коньках, вообще классно. Ну все, добрались мы до дома, до своего. Пойдем прокатимся на своей горочке. И посмотрим, какая лучше. Вот, это наш зимний городок. Выглядит ночь. Смотрите, как гирлянды. Елочка такая красивая. А вот наша супергорка. Ну, она чуть поменьше, на которой мы сейчас катались. Ну, на ней тоже кататься. Плюшки, правда, нету. Ну, смотрите, как елочка вообще. Красавица такая. А ну-ка, выключи сейчас. А вот, сейчас Вика сейчас покажет. Ой, он не раскатанный, его надо это... Не сильно скользкий. Весь день же никто не катался. А ну-ка, выключи это, свет. Сейчас, ну, этот, освещение. Сейчас просто гирлянды сейчас покажу. Вот, смотрите, как все моргает. Елочка наша тоже переливается. Давай, кричи на счет три. Раз, два, три, елочка горит. Я даже на три ничего не елочка не горит. Ну вот так, короче. Ладно, друзья, будем прощаться. Прогулялись, покатались. Елку посмотрели. Да, ну которая еще не горит пока. Ну и каток там есть. В следующий раз еще. Так что подписывайтесь. Ничего, чтоб... вся зима впереди. Во, правильные слова. Вся зима впереди. Все? Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. И ставьте колокольчик. Все. Всем пока-пока. Спасибо, пока. Что досмотрели видео до конца.